Давайте откроем Луки. Девятнадцатая глава. Слава Богу. Сказав это, он пошел далее, 28 стих, восходя в Иерусалим. Смотрите, я хочу, чтобы 28 стих, 19 глава, восходя в Иерусалим, восходит в Иерусалим. В Иерусалим не спускаются, туда идут вверх. Бывает, надо увидеть, что Бог хочет нам сказать и показать. Вы знаете, часто, когда мы идем в дом Божий, это тяжело и сложно. Кто из своей жизни испытывал трудности, когда вы решали, все, буду ходить в церковь? У вас столько появлялось забот. Мы сегодня встретили трудность. Марафон. Мы решили приехать в церковь пораньше. Марафон заставил нас дольше ехать, чем обычно, чем всегда. И вы знаете, я езжу быстро. Но тут даже это не помогает. И вы знаете, я уже решил, я буду нарушать правила, то есть знаки, потому что все равно уже там пробок столько, что они все едут так. И думаю, и я тоже буду ехать так, я так быстрее доеду. Не доехал. Оказывается, не в этом дело. Вы знаете, когда мы восходим на гору и идем куда-то, куда Бог определил, всегда мы будем испытывать трудность. Всегда это тяжело. Я не говорю, что нарушать правила нужно. Но Авраам попытался нарушить правила. Вы помните, он пришел в землю обетованную, и там случилось нечто. Не было хлеба. И он думал, я спущусь вниз. Я спущусь вниз, и там говорится, а вниз, в Египет, да, для того, чтобы нарушить правила. Правилам его надо оставаться было где? Вверху, там, где Бог определил, на высоте. Вы знаете, сегодня часто мы видим, что Бог определил для нас славу, но мы выбираем нечто другое. По какой причине? Потому что нам так хочется. Нам нравится такая жизнь. Мы смотрим на своих друзей, знакомых и так далее. И вы знаете, есть люди, которые невезучие, люди, которые не достигли ничего. Они собираются вместе, они рассказывают такие басни и истории, и они, кажется, достигли чего-то. Но я вам хочу сказать, это обман. Когда они восходят на гору, сущность их просвещается. Как наша сущность просветилась, и Бог определил для нас славу. И он идет на гору. Смотрите, но для чего он идет на гору? Еще немного времени ему предстоит прославиться. Чего мы празднуем сегодня, вербная неделя? Мы не празднуем этого праздника. Мы просто осознаем, что мы живем в такой стране, в которой очень много религиозных праздников, которых они даже и не понимают. Но я расскажу об этом, что происходило. И когда приблизились к Вифагии, Вифании, горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказал, пойдите в противолежащее селение, вошедшие в него, найдите молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Скажи, Бог предназначил для тебя славу. Когда ты идешь и исполняешь, идешь туда, Бог предназначил для тебя славу. Я хочу, чтобы ты услышал. Иисусу предназначена была слава даже в тот момент, когда ему предстоит умереть. Ему предназначена была слава. Он должен был взять этого молодого осла, сесть на него и поехать. И этого молодого осла по закону Божьему, под предписанию, там уже оставляли. Каждый раз, каждый год оставляли этого осла. Каждое время оставляли и привязывали этого осла. Только ради того, чтобы Иисус пришел. Есть нечто оставленное для тебя. Есть нечто то, что ты должен взять и найти для того, чтобы исполнить. Вы знаете, некоторые люди не понимают, что служение – это то, что Бог предопределил для тебя. Служение – это то, что Бог определил для тебя. И вы знаете, они ищут быстрого.
Знаете, как чай быстрый, кофе быстрый. Но оно быстрое, кофе не всегда вкусное. Самое вкусное кофе где находится? Ну, ВОК. Вы знаете, такая заправка ВОК? Вот там самое вкусное кофе. О, я когда заезжаю туда, я наслаждаюсь этим кофе. Ну, просто наслаждаюсь, потому что этот аппарат, я думаю, 45 тысяч евро стоит. Я когда думаю, что он 45 тысяч евро, он не может готовить плохого кофе. Туда надо засыпать хороший. И вы знаете, я понимаю, что Бог предназначил для нас что-то, и Он определил для нас что-то. И это всегда хорошо, это всегда доброе, это всегда прекрасное. Но нам кажется, что мы увильнем от этого. Нам не хочется пройти это, нам не хочется проходить это. И Бог что-то делает для нас, для того, чтобы мы почувствовали даже себя не одинокими, что у нас все хорошо. Иисусу не надо было входить в Иерусалим, Он и так был царем. Иисусу не надо была слава. Но Бог для Него приготовил славу только ради того, чтобы Он получил от этого удовлетворение. Я хочу говорить с тобой, что у Бога есть для тебя то, что Он предназначил для тебя. Он предназначил тебе славу. Есть вещи, когда ты переживаешь что-то, и каждый из вас несет какое-то бремя и ношу, и вы должны что-то проходить в своей жизни. И я знаю, что это тяжело, потому что каждый из нас понесет свое, понесет свой крест. Но и в эти периоды Бог предназначил тебе. И я люблю, когда мой Бог уже приготовил для меня пир. Я прихожу на Его служение, и вы знаете, и Он зовет меня как на пир, и Он говорит: слушай, я приготовил, я предложил тебе трапезу. И вы знаете, некоторые приходят такие: и что здесь делать? Я ничего не буду, ничего не хочу. Какое прославление может быть, когда мне плохо, когда мне сложно в жизни, мне тяжело так в жизни? Если бы ты знал, что Иисус переживал, а Бог приготовил Ему славу. И вы знаете, я хочу, чтобы ты наслаждался и научился наслаждаться моментом, когда Бог общается и дает тебе что-то. Хочу пример привести. Может быть, сложный будет. Детей тут нет, все взрослые. Вы знаете, когда женщина с мужчиной, муж и жена, находятся рядышком, и не начинают вспоминать, что тут сделал плохое, или тут та сделала плохое. Они никогда не насладятся тем моментом, когда они держат друг друга за руку. Надо научиться забывать. Надо научиться забывать. Ты никогда не получишь удовольствия от взаимоотношений, если ты не научишься забывать. Вы знаете, в тот момент, когда Иисус входил в Иерусалим, Ему надо было принять эту славу, получить от этого полное удовлетворение. Я говорю о том, что это подкрепляет тебя, это укрепляет тебя, это тебе дает силы, это дает тебе посыл на будущее, чтобы ты мог достичь больших результатов. И я вам хочу сказать, если вы хотите, чтобы вы достигли большего результата, принимайте и живите тем моментом, который Бог определил для вас. Сегодня этот момент. Сейчас этот момент, если Бог определил для вас славу, хвалу, слушай, наслаждайся, придет момент, когда тебя будут бить палками. Там не до славы будет. Там, ты будешь вот так вот делать, ты не будешь тогда петь. Я говорю по жизни, что у нас происходят разные периоды. Если ты думаешь, что это не Бог делает, у Иова была та же проблема. Он думал, что Бог его всем благословил, потому что он все сделал. Но Бог кого хочет, того и благословляет. И вы знаете, и когда ему было плохо, он не говорил «Аллилуйя!». Он не делал этого. Наслаждайся моментом. Я хочу, чтобы ты научился наслаждаться моментом.
тот момент, когда ты приходишь в присутствие Божие, находишься в присутствии Божьем, наслаждайся этим моментом. Радость Господи, это сила. Слушай внимательно, они входят в Иерусалим, они восходят туда, они идут на гору, и люди поклоняют, постилают ему одежду. Это сначала делали ученики. Ученики были научены, но они научились наслаждаться моментом. С Иисусом столько было моментов. Вы помните тот момент, когда буря была на море? И когда эта буря прекратилась? Кто это такой? Что и ветры, и море. Наслаждайся моментом. Ты сейчас видишь славу. Вы знаете, мне нравится Петр и Иоанн, которые на горе находятся и видят преображение. Знаете, что Петр говорит? Давай кущи строить. Нам свойственно строить кущи, еще что-то. Делать какие-то вещи глубокие, непонятные. Но вместо того, чтобы мы наслаждались моментом общения с Богом, я хочу, чтобы у вас этих моментов было масса. Потому что если ты зациклился на одном, ты не достигнешь второго. Еще раз скажу. Если ты на одном зациклился, ты не достигнешь второго. Пора действовать, пора идти дальше, пора двигаться. И мне нравится. Пошел далее. Вот этот момент, слово «дальше», это он пошел немножко дальше, чем... Вы помните, что произошло? Обращение Закхея. Там был перед этим еще случай воскрешения. Там было очень много моментов. И вы знаете, каждым моментом он мог оставить там целое служение. Алмазы – это ерунда, там бриллианты – это тоже ерунда. Люди зациклились на том, чтобы момент, лови момент. Я хочу, чтобы ты словил момент. Улови этот момент, но не зацикливайся на нем. Живи тем случаем, которых Бог определил для тебя. Я прочту, интересно. И привели его к Иисусу. Когда же они привели его к Иисусу, накинувшие одежды свои на осленка, посадили на него. И когда он ехал, постилали свои по дороге. Вот почему меня удивляет, почему под машиной моей не стелили одежду. Ну, когда там я проезжал этих людей с вербами. Ну, это же интереснее было бы. Я бы насладился моментом. Не, послушайте, я бы насладился тем моментом, что я делаю. Но, послушайте, интересно, они... Вы осла там видели? Хоть одного? Без осла это не вербная неделя. Вы знаете это? Без осла это и не праздник вообще. Ну, я буду тем ослом, под которого подлагали одежды. Мне нравится быть тем ослом, который проповедует даже. Послушайте, когда же они сделали это и приблизились к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости многогласно славить Бога. Наполнься этим моментом. Начни славить Бога, когда ты не можешь, когда тебе не хочется, когда тебе тяжело, когда ты устал, когда у тебя сложность. Насладись моментом. Не надо вспоминать, что у тебя не так, и как у тебя не так. Почему тебе просто не забыть это? Научись пользоваться своим мозгом для того, чтобы забывать некоторые вещи, чтобы насладиться. Вы знаете, если бы люди в кинотеатре думали о работе, кинотеатры бы закрылись. Если бы люди думали,
в этих фитнес-центрах о том, что у них на кухне, какая еда и все остальное, они бы недолго прожили. Там об этом не думают, правда? Там думают о чем? О том, что ты делаешь. Они наслаждаются моментом. И я хочу, чтобы этот момент у тебя запечатлелся. Ты должен наслаждаться одним моментом в твоей жизни. Они встретили Иисуса Христа, который идет, следует, идет в Иерусалим. И они наслаждаются моментом. Они полагают свои одежды у ног его, у его осла, просто наслаждаясь моментом. Сегодня я хочу сказать, что если в твоей жизни есть что-то, что ты несешь как тяжесть и как проблему, просто насладись моментом, прославь Бога, поблагодари за то, что Он есть в твоей жизни, и насладись каждым моментом своей жизни, общения с Ним, потому что раньше у тебя такого не было. Когда у тебя не было жены, и ты получил жену, как ты ей? Наслаждайся моментом. В притчах написано: наслаждайся женой. Когда даже состарится. То есть вспомни момент. Всегда будь в том моменте, когда у тебя все хорошо. Я хочу, чтобы вы были в том моменте. Благословение Божие, когда я нахожусь здесь. Благословение Божие, когда я наслаждаюсь моментом, который Бог определил для меня. И смотрите, и они кричали: благословен Царь грядущий. А фарисеи, знаете, что говорили? У нас должно быть все благопристойно, чинно. Ты что, не помнишь? Как? Неправильно все это. Все это неверно. Верно вот так вот. Вот так и так верно. Или и так, и так. Послушай, мне не интересует, как верно. Мне интересует, я хочу получить удовольствие от того момента общения с Богом. Общение с Ним. Даже если я положу одежду, прославляю, хваляю. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни... В другом месте он говорит: слушай, вы не называйте отцом вашего Авраама, потому что он из камней может сделать детей себе, детей Аврааму. Из камней детей Аврааму, из камней. Я хочу сказать, что мой Бог настолько всемогущий, что Он делает из ничего что-то. Он может, всемогущий Бог, сделать из нас и воскресить нас из мертвых. Но тебе надо насладиться этим моментом воскресения Иисуса Христа. Некоторые женщины пришли, и они пришли к ученикам и сказали: слушай, мы не видели Иисуса, но встретили садовника. Этот садовник оказался Иисусом Христом. Но ученики подумали, что они уже свихнулись. Вместо того, чтобы проверить, бежать, они... Да ну. Но двое побежало точно. Насладиться моментом. И когда Иоанн увидел, что это благословение. Благословение. И правду, он увидел вещи, которые были сложены, как Иисус складывает сам лично. Особым образом. У него было особым образом преломление хлеба. Вы помните, как они его узнали по преломлению хлеба? Когда он преломил хлеб, открылись у них глаза, но тогда Иисус скрылся. Часто мы слушаем слово, и мы понимаем, что это сам Бог говорит к нам, и мы не наслаждаемся моментом, критикуем его. Вместо того, чтобы фарисеям стать вместе: «Аллилуйя, слава Богу!» А
Они сидят и осуждают. Сильно громкая музыка, сильно тяжело и так плохо. Вместо того, чтобы благопристойно и чинно, они скачут, как козлы. Бараны. Да, послушайте. Но если бы вы знали, сколько Бог нам простил, то вы бы сами так скакали. Если бы вы знали, сколько Бог нам дал, то вы сами так скакали. Почему Он вам не дал? Наслаждайся моментом. Удовлетворись тем, что Он здесь, на этом месте. Славь Его, как никогда. Аминь. Слава Богу. Мне нравится ваше аминь. Поговорите со мной еще, скажи громче аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. И теперь, смотрите. Иисус наслаждается моментом. Ему недолго осталось. Но Он наслаждается моментом. Он наслаждается моментом ради того, чтобы научить чему-то нас. Он пришел как царь. Умер как царь. Воскрес как Бог. И жив сегодня. О, Он жив здесь. И я наслаждаюсь этим моментом. Когда я прихожу в церковь, мне некогда унывать, даже если мне плохо, и даже если я опоздал. О, у меня некогда, у меня нет времени для этого. Знаете почему? Потому что мое время, оно коротко. Мое время, оно очень маленькое на этой земле. Есть время, которое Бог определил для меня и для тебя. Славь Его, прославляй Его, хвали Его, наслаждайся моментом. Вы знаете, мне нравится брачный пир. Вы помните человека не в брачной одежде? Все рассуждают и размышляют, что это человек, который не исполняет закон и не пришел по закону и так далее. Можно философствовать на эту тему. Этот человек просто не был доволен. Он не наслаждался тем моментом. Вы понимаете меня? Кто из вас понял? Вам поют хвалебную песню, а вы что-то мне поплакать хочется. Будет время и поплачешь. Не сейчас. Понимаешь? Ты не на похороны пришел. Ты пришел в дом радости, в дом счастья, там, где Бог дает мир. Я хочу сказать с вами, чем отличается религия от веры. Религия, она постоянна, она никогда не ищет этого момента, момента славы Божьей, момента присутствия. И религии должно все быть благопристойно и чинно. Там открывается Бог только по праздникам. Ну, праздник – это когда у тебя все есть на столе, и дома все есть. Праздник. Это религия. Слушайте внимательно. Религия – это когда нету Бога. Религия – это когда Бог отсутствует в твоей жизни. Давайте откроем Иоанна 10 главу. Евангелие от Иоанна 10 главу. Я так много хотел сказать вам. Седьмой стих. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам». Смотрите, Он дверь овцам. «Все, сколько их ни приходили предо мной, суть воры, разбойники, но овцы не послушали их». Смотрите, овцы слушают кого? Иисуса. Я хочу, чтобы вы услышали меня. «Я есть дверь, кто войдет мной, тот спасется, и выйдет, и войдет, и выйдет, пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел дать, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком.
Я хочу, чтобы ты насладился этим моментом. Жизнь с избытком. Слушай внимательно. Жизнь не финансовая, а жизнь. Когда Иисус говорит о жизни, Он не говорит о душе твоей, о финансовом твоем процветании. Он не говорит об этом. Он говорит об избытке твоего внутреннего составляющего. Ты настолько богат, безмерно будешь богат, если ты насладишься этим моментом. О, оно внутреннее переходит наружу, и тогда ты богат во всем, и финансово, и во всем остальном. Но потому что оно так работает, все мое, он говорит. Но некоторые думают, что есть служение внешнее. И вот эта религия, она учит нас о внешнем служении. Что такое внешнее служение? Это когда я начинаю подстраиваться, что-то делать для того, чтобы жизнь с избытком была в моей жизни. О, некоторые думают, что если я буду жертвовать больше, больше появится. И для этого они делают. Не, я верю в закон сеяния и жатвы, он работает. Но только для духовных, для физических, для плотских людей он не работает. Потому что все, что ты не посеешь, если это не по духу, оно не принесет тебе плода. Потому что сеющий плоть от плоти поджнет тление. И я вам хочу сказать, мы часто делаем плотские вещи. Вместо того, чтобы жить в духе, все, что не по воле Божией, все, что не по духу, оно не приносит жизни. И Иисус говорит, я дверь, я пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. И он говорит, жизнь свою. Вы читали перед этим стихом, что написано? Десятый. Жизнь с избытком и жизнь свою. Жизнь с избытком и жизнь свою. Чью я имею жизнь? Я хочу, чтобы ты услышал меня. Ты не можешь иметь больше жизни, чем Он даст тебе. Тебе надо прийти к Нему, чтобы эта жизнь была в тебе. И Он говорит, приходящего ко Мне я не изгоню вон. И ты должен быть в Моей жизни. Твоя жизнь – это Моя жизнь, и Его жизнь – это Моя жизнь. И избыток у меня сегодня Иисусом Христом. Я богатый Иисусом Христом, я щедрый Иисусом Христом, и я наслаждаюсь им. Некоторые люди думают, что наслаждение в жизни – это когда у тебя много всего, что есть, и так далее, и так далее, и так далее. Но когда у тебя нет Иисуса, у тебя нет жизни. Потому что есть истинная жизнь, и другой жизни нет. И только одна жизнь, которую ты можешь принять сегодня – это Иисус. Еще раз говорю. Он не говорит о жизни с избытком, о твоем духовном составляющем. Он говорит о себе. О, противоречиво. Если ты не примешь эту жизнь, потому что намного духовнее были фарисеи, чем ученики. Если ты не примешь Иисуса Христа как жизнь для себя, если Он не станет твоей жизнью, ты не сможешь иметь жизнь с избытком. Кому я из вас сегодня говорю? Вы слышите меня? Если ты сегодня принял Иисуса Христа, у тебя жизнь, у тебя есть чем делиться с этим миром. Иисус пришел без ничего. Отдал все, однако обогатил нас собой. И вот это богатство, которое мы проповедуем, это жизнь Иисуса Христа через нас и в нас. Она проявляется во всяком деле, во всяких поступках, во всем, что мы не делаем, во всех словах. Она проявляется, но это жизнь и избыток. И я хочу сказать, как Иисус пользовался моментом, и тебе надо научиться пользоваться моментом, потому что тебе надо на пути твоего следования получить удовольствие, радость. Я хочу, чтобы у нас была масса радости. И гора преображения, и ангелы служат, и исцеление, освобождение. Но это временно.
вечная еще впереди, жизнь с избытком. Я хочу, чтобы ты понял, жизнь с избытком – это мой Иисус. Это твой Иисус, который открылся тебе. Это твоя жизнь. Я есть пастырь добрый. Он полагает жизнь свою за овец, чтобы они имели жизнь с избытком. А наемник не пастырь, которым овцы не свои. Видят приходящего волка и оставляет овец и бежит. Вы знаете, о чем говорит он? Он говорит о фарисействе, он говорит о законе, он говорит о том, что закон всегда бежит от овцы. Он никогда не полагает свою жизнь за овец. Закон не может положить свою жизнь. И он не может дать жизни. Он может только убить. Вы знаете, что закон убивает? А Иисус дает жизнь. Я хочу, чтобы ты услышал. И поэтому тебе нужно что-то сделать. Давайте прочтем. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня, как отец знает, так и я знаю, и жизнь мою полагаю за овец. 16 стих. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привесть. Они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою. Он столько раз повторяет жизнь с избытком. Откуда приходит эта жизнь с избытком? Чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее от меня. Я сам полагаю, чтобы принять ее. Знаешь, кого он хочет принять? Тебя, меня. Это его жизнь. Он ради этого умирал. Он умирал ради тебя. Он жил ради тебя. Его жизнь – это его цель. И он наслаждался этим моментом. И он говорил, как томлю, чтобы это свершилось. Я так хочу, чтобы жизнь отобразилась в вас. В чем заключается жизнь? В том, что мы принимаем Иисуса Христа. Но дальше, давайте прочтем еще. Он говорит. В Римлянах 11 глава. Давайте прочтем. Римлянам 11 глава. Жизнь. Религия этого не может принять. Мы же можем. 11 глава. Можно с 15. Точно Римлянам? Точно. Писал Римлянам. Тогда не с 15-го. А, вот, с 25-го. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется. Как написано, придет Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И этот завет их от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении благовестия они враги ради вас, в отношении к избранию, возлюбленные Божие, ради отцов. Ибо дар и призвание Божье непреложны. Ибо дар и призвание Божие непреложны. Ибо дар и призвание Божие. Посмотрите внимательно. Израильский народ – это был как матка, большая матка, которая должна вынашивать Иисуса Христа. Мама, которая должна родить нам Иисуса Христа. Мама, которая должна привести нам Иисуса Христа. Законы, правила и все остальное – это то, что сохраняло их от того, чтобы Бог родился на этой земле. Бог особо обращался к ним. Авраам был первым избранным. И Авраам был первым, кто призван был для того, чтобы это исполнить. Но Авраам был избран совсем по-другому. Закон он не имел, он имел просто откровение. И он должен был принять эту жизнь верой. Мы дети Авраама по вере. Послушайте внимательно, еще раз говорю. Мы дети Авраама по вере. Теперь же израильский народ, он ожидает спасения от закона. Он исполняет закон. Но законом спастись не может ни одна плоть. Он просто убивает. Что дает жизнь? Я спрошу тебя снова, что дает жизнь? Ты только что слушал это. Жизнь дает Иисус. И вера в Иисуса Христа дала Аврааму зачать и родить эту жизнь. Вера Аврааму дала зачать и родить эту жизнь.
для того, чтобы эта жизнь родилась для тебя и меня. И я вам хочу сказать, чтобы вот это благословение, оно пришло в твою жизнь по-настоящему, тебе нужно просто поверить. Поверь мне, что наступает время, и наступило уже, что поклонники будут поклоняться верой. Что мы будем служить Богу верой, что принятие Его благословений будет верой, что момент ты будешь ощущать верой, что спасение твое будет от веры. Вера. Нам нужна вера для того, чтобы получить обещанное. Почему Израиль не спасся до сих пор? Потому что не потому, что они не исполняют закон, а потому что не поверил. Мне нужно что сделать? Просто поверить. И они, когда поверят, язычникам дверь закроется. Вера тогда не будет работать. Послушай, вера тогда не будет работать для нас. По какой причине? Потому что они поверят. Вы знаете, они закроют нам дверь. Поэтому я не спешу туда. Я хочу, чтобы весь Борисполь спасся. Я верю в это. Вера делает чудеса. И он говорит, интересно, так ныне непослушные для помилования вас, чтобы сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех. Но как же они исполняют закон? Исполнение закона не есть воля Божия. Принятие Иисуса Христа верой. Скажи, верой дает тебе жизнь и жизнь с избытком. Принятие Иисуса Христа дает тебе жизнь и жизнь с избытком. Принятие Иисуса Христа дает тебе жизнь и жизнь с избытком. Смотрите, давайте Иезекии откроем. Кто может? 13 глава. Открой Иезекии, 10 стих. Иезекииля, 13 глава, 10 стих. Чтобы я не искал тут, а то я не подготовился, не успел. 13 глава. Очень долго. Хорошо, я быстрее. Открыл, да? Хорошо, молодец, я тоже уже. Смотрите. 10 стих. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря мир, когда нет мира, и когда они строят стену, они обмазывают ее грязью. Есть некое непослушание. Смотрите, Бог, Он говорит к этому народу, что они непослушны, они делают противоположные вещи. Вместо того, чтобы помогать, они обмазывают грязью. Не в прямом смысле слова. Разговоры, сплетни и так далее. Это обмазывание грязью. Пойдет лисица. Что останется со твоей стеной? Слушай внимательно. Они обмазывают ее грязью. Зная, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря, мир будет, все будет в порядке. А я вам говорю, стройте стены. Слушай внимательно. Мир – это не когда ты имеешь мир и жизнь с избытком. Ты должен продолжать строить свою церковь. Ты должен продолжать строить стену. Если ты не строишь стену, а обмазываешь ее грязью, то какой может быть мир? Мира нет. Слушай внимательно. Дьявол, он обманщик. Он желает завоевать тебя, и он желает выиграть эту войну, сражение. И я хочу, чтобы ты понял, Бог дает мир, настоящий мир. Но строить нужно. Что мы сегодня строим? Стену. Я хочу, чтобы ты услышал стену. А, не стену плача. Некоторые до сих пор молятся. Верующие христиане молятся у стены плача. Боже мой. Они всовывают туда записки. И это позор. Они не знают, что это такое. Вы знаете,
Где-то я видел, что в каком-то городе там проявилась икона на каком-то доме, а оказывается, это просто туалет прорвало у кого-то. И люди поклонялись, и даже носили туда цветы. Это такой позор, и вы знаете, это такая глупость. Они строят стены не там, где нужно, они говорят: мир тебе, это Бог нас благословил. Слушай внимательно, дьявол обманщик. Стройте стену. Но мудрый Израиль, он строит, продолжает стену. Кто-то просто молится, записки ставит, а кто-то строит стену. Для чего? Они знают, что скоро придет Спаситель. Вы знаете это? Они внутренне это знают, что скоро придет Спаситель. Мир – это когда ты строишь и продолжаешь строить то, что Бог определил тебе. Церковь, скажи, строй. Я должен строить. Чтобы мир у меня был по-настоящему, я должен продолжать строить. Строительство – это то, что дает мне настоящий мир. И когда Иисус ученикам говорит: мир мой даю вам, не так, как дает мир, я даю вам мир. И он говорит о мире, что ты должен строить церковь. Скажи, строить церковь, строить служение. И он говорит: а так соберитесь в Иерусалиме и стройте, начинайте строить. И они собрались, 120, Дух Святой сошел на них, и они распределились, церковь строится. Как только церковь переставала строиться, Бог давал им потрясение. Потому что потрясение, что делает? Перестройку. Вы знаете, пожар – это самый быстрый ремонт. Слушайте, нам не надо зацикливаться на одном и том же месте для того, чтобы определить строительство того, что Бог определил тебе. Просто не обмазывай грязью. Не говори: все мирно, Бог со мной, Бог любит. Не обмазывай грязью то, что Бог строит. Бог строит свою церковь. Мир. Давайте снова Иоанна 14 глава. Быстренько открываем. Аллилуйя. Я продолжаю. Он хочет дать тебе мир. И он дает тебе мир. Иоанна. Не спеши, все успеем. 14:25, по идее. Утешитель Дух Святой, 26, которого пошлет Отец мой во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, и говорит, как наступает строительство в церкви. Через научение, скажи, научение. Некоторые критикуют учение церкви, а некоторые берут, подлагают под учение церкви что-то другое, законы, правила или еще что-то, и говорят, это учение церкви. Слушайте, учение – это откровение Духа Святого. Дух Святой. Спасибо, брат. Это еще на пару стаканов, да? Спасибо. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что говорил вам. Мир оставляю вам. Он говорит: мир вам. Скажи: мир вам. Мир вам. Оставляю мир. То есть он оставляет вам учение. Слово, которое может просветить ваше сердце. И мы строим по слову. Оказывается, как мы устрояем из себя дом духовный? Учением. Так что если у нас в церкви учат, я не понимаю этого. Но я понимаю, когда мне говорят и проповедуют. Я не понимаю древнерусского языка. Мой дедушка проповедовал.
Я не понимаю арамейского языка. Ну, увольте меня. Я понимаю свой украинский, русский, чуть-чуть белорусского, польского, немножко. И когда мне переводят? Кто мне переведет православного священника? Я, конечно, не против, чтобы православные священники проповедовали Иисуса Христа, но пускай они понятно проповедуют мне. Потому что церковь строится как? Словом, проповедью, Евангелие. Они пребывали в учении апостолов ежедневно, преломляя хлеб по домам. Это строительство церкви. Это благословение Божье, когда ты понимаешь, откуда приходит твой мир. Твой мир приходит от Слова. Когда ты знаешь Слово, когда оно у тебя внутри. Вы помните себя еще до того, как вы пришли в церковь, вы не знали Слова. Ваш мир на чем зиждился? Пока у вас деньги есть, у вас все хорошо. Как только деньги прекращались, у вас было все плохо. Сейчас у вас их нету или есть, но у вас все. Знаете почему? Потому что вы знаете, что у него все есть. Потому что вы правильно научены, а кто-то неправильно еще научен. Кто-то еще ходит и думает, надо что-то. И они пытаются что-то делать, но Бог, Он не думает об этом. Он говорит, слушай, научитесь от меня. Наслаждайся моментом. Я снова возвращаюсь, насладись моментом присутствия Божьего. Удовольствием. Он говорит о мире. Я хочу дать мир, мой вам мир даю. Не так, как дает мир. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. Вы слышали, что я сказал, иду от вас и приду к вам? Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, насладились моментом. Ты куда ты идешь? Куда? Расскажи нам. Он уходит от нас. Знаете, минуты расставания нам тяжело пережить, но если ты осознаешь и понимаешь, для чего он уходит, то ты понимаешь, что ты в дамках. Ты королева, ферзь, который в конце доски. Ты понимаешь, что ты выиграл уже сражение, до конца дошел. Бог тебя благословил. Бог выиграл твое сражение. Бог дал тебе все. Скажи, Бог благословил меня. О, я люблю это. Я люблю, когда Бог благословляет меня. Он уже благословил меня. Он уже, потому что Он пошел к Отцу. Насладись моментом. Насладись моментом. Уже немного мне говорит с вами, ибо идет князь мира. Он, наслаждайся моментом, чтобы услышать все. Вы знаете, что Дух Святой напоминал ученикам? Все, что Иисус говорил. Вы слышите? Послушайте еще раз меня. Все, что Иисус говорил, Он напоминал ученикам, потому что на этом зиждился их мир. Настоящий мир приходил к ним от того, что Иисус сказал им. И Он говорил, я оставляю мой мир. Мир мой – это мое слово. Принятие Иисуса Христа не только дает жизнь, но еще и дает тебе, скажи, мир. Его слово – оно дает тебе полный мир. О, моя семья будет самая лучшая. Мой дом будет служить Богу. У меня будет самое шикарное. Все, потому что Иисус, мой Господь, Он обещал мне. Он обещал, что не оставлю тебя и не покину. Он ответит на мои нужды. Только мне надо быть внимательным. Я должен слышать Его Слово. Я должен всему внимать тому, что Он говорит. Почему? Потому что Его Слово, оно научает простых. И я вам хочу сказать, мир, скажи, мир мой. Иисус дал свой мир. Он не только дал себя, как жизнь для нас, которую мы вкушаем, Он еще и дал мир. И самое важное, и бесы веруют. Вы знаете? Бесы тоже веруют. И трепещут. Он дал свою веру, потому что верой Иисуса Христа мы сильны. Давайте прочтем.
1 Иоанна, 5 глава. Неправильно. Что-то неправильно. Давайте откроем к римлянам. Лучше всего римлянам. Быстренько. Я уже спешу. 10 глава. С 26 стиха. 8 глава, с 26 стиха. Я извиняюсь. И потом 10. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывая же из сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует. Когда у тебя нет веры, Он дал тебе свою веру. Слушай внимательно. Дух Святой, не только Он дает тебе веру, что просить. Еще раз говорю. Он дает тебе веру, что тебе нужно. Ты не знаешь, что тебе нужно. Но крещение Духом Святым дано тебе для того, чтобы ты мог. Это Его вера. Еще раз говорю, это не твоя вера. Это не ты себе придумал, что ты спасен. Это не ты себе придумал, что ты имеешь жизнь с избытком. Это не ты себе придумал, что Иисус воскрес из мертвых. Это вера, которую Он дал тебе. Ученики поэтому не могли поверить, когда Он воскрес. Еще раз говорю, ученики не могли поверить, потому что этого не было. Еще не было Духа Святого. Это Его вера в тебе. Скажи, Его вера. Я нуждаюсь в Его вере. Поэтому мы строим на Его вере. Не на своей вере. Не на своих делах, не на своих поступках. Оно звучит так, но смотрите, при этом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И я знаю, что, что бы ни происходило, Он учит меня своей вере. Поэтому Дух Святой ходатайствует. 10 глава, 9 стих. Я заканчиваю, я подхожу к концу. Итак, 9 стих. Если устами будешь исповедовать Иисуса Господа, жизнь с избытком. Аллилуйя. А сердцем веровать, Дух Святой внутри тебя. Надо иметь Дух Святой, потому что это не вера от тебя, это вера от Духа Святого. А сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Вы знаете, это сверхъестественная вера. Это не твоя вера, это не моя вера, поэтому меня это место всегда раздражало, и оно меня расстраивало, потому что многие веруют в Иисуса Христа от сердца, как они говорят. Но не все имеют Духа Святого внутри. Не все имеют внутри свидетельство. Не все крещены. Итак, если будешь устами твоими исповедовать Иисуса Христа, а сердцем веровать. Исповедание – это твой мир, это твой покой, это твоя жизнь. Чем ты живешь сегодня, о том ты и говоришь. О ком ты говоришь больше всего? Где мой сын? Он там? Когда он влюбился в Олю, я не знаю, он очень много говорил. И знаете, о ком он говорил? Он жил ей, сейчас до сих пор живет ей. Это нормально, когда ты живешь. Вы понимаете, когда ты живешь кем-то и чем-то уже, ты об этом говоришь. Я говорю, где твоя жизнь сегодня? У меня жизнь в машине, в гараже, с друзьями, в бизнесе. В чем твоя жизнь? Ну, у меня в церкви, наверное. Тоже плохо. Но если я влюблен в Иисуса,
Если Он стал моей жизнью, я о Нем говорю. Иисус. А вы видели Его? А вы смотрели Его? Жизнь. Устами исповедовать Иисуса Господа. Это жить Им. Потому что многие сегодня говорят Иисус, Иисус. Но они не живут Им. Сегодня некоторые начинают только прозревать и только начинают понимать, что спасение – это когда ты живешь этим, а не просто побывал в воскресенье или на Пасху, или на вербную неделю веточки там посветили. Я влюблен в Иисуса. Он моя жизнь. Он мой мир, Он моя вера, Он все для меня. Что Он для тебя сегодня? Праздник очередной? Или антипраздник? Или хорошая песня? Сердцем веруют к праведности. Слушай внимательно, это не от тебя, это сверхъестественная вера. Я еще раз говорю, праведность приходит от Бога. И это не от тебя, это сверхъестественно. Тебе надо достигнуть этого, чтобы поверить в Иисуса Христа. Потому что некоторые говорят, что они знают о Нем. И бесы веруют и трепещут, но они никогда не станут праведны. Это вера, которая пришла от Духа Святого. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханием и неизреченьем. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы сверхъестественная вера Божья. Вера, которая в твоем сердце, она делает тебя праведным перед Богом. В правильном положении. Не твои дела, не твои поступки, не твоя жизнь. Строй. Продолжай строить. Потому что твой мир от того, что ты строишь. Строишь то служение, в котором ты пребываешь. Мир. Мир мой даю вам. Мир мой даю вам. Смотрите внимательно, я дочитаю. Если веровать будешь, что воскресил его из мертвых, то вау, спасешься. Я хочу быть в таком положении. Постоянно. Не потому, что я пришел на служение, а потому, что я спасен. Потому, что я живу им. У меня жизнь открылась. Сегодня жизнь открылась. Завтра жизнь открылась. У меня источники жизни. И я знаю этот источник. И этот жизненный источник никогда не закроется. Он во мне. Это Иисус. Жизнь с избытком. Я хочу сказать. Если вы приняли Иисуса Христа как жизнь с избытком, то не говорите о жизни с избытком, это когда у вас есть банковский счет. Ваш банковский счет – это не тот избыток или не те благословения, которые есть. Жизнь с избытком – это сам Иисус. Скажи «Аллилуйя», я понял. Поэтому ученики свободно раздавали имения, отдавали все, жертвовали всем, потому что у них избыток был. Знаете где? Читаем дальше. Потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него. Аллилуйя! Как верить в Него, если ты не слышишь, если ты не разумеешь? Послушайте, я хочу, чтобы вы поняли, это говорит всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, кого не уверовали? И я вам читал, евреи, они не уверовали в Иисуса Христа, потому что они не приняли Духа Святого уверовавши. Потому что для того, чтобы уверовать в Иисуса Христа, надо принять Духа Святого. Почему мы должны принимать сейчас тех, которые не приняли Иисуса Христа? Я принимаю евреев, я люблю евреев, они братья нам по крови. Иисуса Христа, но не по духу. Потому что если они примут Иисуса Христа, тогда они становятся нам по духу, братья.
Вера в Иисуса Христа, она спасает. Скажи, вера в Иисуса Христа, она спасает. А, послушайте, я ничего не имею против евреев, чтобы вы не думали об этом. Евреи самые благословенные, Иисус еврей. И Бог еврейский. И мы все такие. О. Но только верующий в Него имеет жизнь. Послушай, но как принять того, кто не уверовал? Как уверовать того, о ком не слышал? Как слышать без Слова Божия? Из-за этого нужно Слово, которое просветит нас. Слово просвещения, которое может изменить нас, которое может научить нас, которое дает нам Дух Святой и открывает Дух Святой. Поэтому Дух Святой, Он дал нам дары в церковь и положил дары в церковь, чтобы проповедовал человек, говорил слово, пророчествовал, учил в силе Духа Святого для того, чтобы наша вера не основывалась на убеждении человека, но на вере и на силе Божией. Потому что это дар Духа Святого. Сверхъестественный дар. И теперь, смотрите, мир, жизнь и вера. Три. Мир, жизнь и вера. Я принял через Иисуса Христа. У меня теперь мир. У меня избыток жизни. У меня вера сверхъестественная. В то, что все возможно. Море, волны, все утихнут. Все перестанет. Я верую в Иисуса Христа, Бог всемогущий. Во что ты сегодня веруешь? Итак, вера от слышания, от слышания от Духа Святого, от Слова Божьего. Автор этой книги – Святой Дух. Слушай внимательно, это сверхъестественная вера, которая открывает нам Иисуса Христа. Но разве они не читают эту Библию? Все. Все читают. Но всем ли открылся Иисус? Нет. Почему не открылся Иисус до сих пор? Потому что жизни в них нет. Да ну! Я хочу, чтобы ты насладился тем моментом. Жизнь Иисус дает тем, которые принимают Его. Тебе надо принять сегодня эту жизнь. Сейчас. Принять Иисуса Христа в свое сердце. Сказать, войди. Твори, что хочешь. Меняй меня. Войди в мое сердце. Я хочу иметь эту сверхъестественную веру. Я хочу иметь эту сверхъестественную силу. Я хочу иметь это благословение. Я хочу все, что есть у тебя для меня. Если ты веришь в Иисуса Христа, аллилуйя. Может, я и неправильно проповедую. Некому тут проповедовать. Но я знаю, что есть люди, которые... Вера ваша основывалась на законах, на религии. Вы стали религиозными верующими, вместо того, чтобы иметь жизнь с избытком. Если вы нуждаетесь в молитве, чтобы я помолился за вас, чтобы вас коснулся Дух Святой. Я знаю, что веру дает Дух Святой. Я хочу молиться именно за таких людей. Веру дает Дух Святой. Веру наполняет тебя Дух Святой. Когда наполнил апостолов, они не могли про другое говорить. Они верили в Иисуса Христа. До этого они еще колебались. Исполняли, но колебались. Тебе нужна сверхъестественная вера, которая непоколебима, которая дает тебе уверенность. Да если бы в огонь и в воду, то я все равно буду веровать. Бедные трубы мы переживаем. Правда? Но огонь и воду. Давайте встанем. Если ты нуждаешься в молитве сегодня, твоя вера где-то пошатнулась. Тебе стало тяжело. Тебе нужно сказать: Господь, прости меня.
я каюсь, я грешник. Мы сейчас будем поклоняться, славить Бога, молиться, и Бог будет творить чудеса в твоей жизни заново. Все изменится в твоей жизни сегодня. То, что не было возможно, оно станет возможным.